По распоряжению президента с 1 июня семьи с детьми с 3 до 16 лет начали получать разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей. Первыми данную сумму получили те, кто подал заявление до 22 мая включительно. Это около 10 миллионов семей. 2 июня средства переведут тем, кто подавал заявку с 23 по 25 мая. В правительственном постановлении предусмотрены конкретные сроки, в течение которых пенсионный фонд обязан рассматривать заявление и переводить деньги. Это 8 рабочих дней, 5 дней для изучения заявления и 3 на перевод средств. Если заявление подавалось через госуслуги, его статус можно отслеживать через личный кабинет. Уведомление поступит как в случае одобрения, так и при отказе в выплате. Кстати, самыми частыми причинами для отказа являются следующие факторы. Семья проживает не в России, родители не имеют российского гражданства. Отказы из-за ошибок в заявлениях редки, но также случаются. Если это произошло, нужно подать заявку повторно, внимательно и без ошибок, заполнив все положенные поля. Повторно обращаться придется и тем семьям, в которых воспитывается несколько детей от 3 до 16 лет, если в первом заявлении был указан только один ребенок. Подробную информацию об этой выплате и нюансах, которые с ней связаны, можно найти на сайте Пенсионного фонда России.